Размер 1,55 м, 1,85 м, 2,15 м, 2,30 м и 2,60 м. Сборка еле проста. Подставка, стол и ветки. И в завершение макушка. Основной особенностью этой ели является хвоя, которая опускается до основания дерева. Благодаря этому вам не нужно заботиться о декорации подставки. Хвоя елки царская выполнена в основном из гибкого пластика. Такие ели еще называют литыми. Объем, как и на других елках этого класса, создается за счет добавления ветвей из ПВХ, размещенных ближе к стволу. Царская – самая густая ель.